Привет, меня зовут Ирина. До Oriflame я работала моделью, менеджером по рекламе, военным финансистом, преподавала дефиле и макияж. Мне всегда казалось скучно работать только по одной специальности, поэтому совмещала несколько работ. В компанию пришла как потребитель и только через несколько лет осознала, что здесь можно совместить все свои профессии и развивать любые грани своего потенциала. Жила в маленьком военном городке Алтайского края, поселок Сибирский, 12 тысяч населения. Территория не позволяла большого роста. В 2009 году одной из первых начала работать через интернет, приглашая людей на дисконт, на бизнес. Было очень трудно, изобретала велосипед с грудным ребенком. Работала очень много. Ложилась спать в 3 ночи. Спала 3-4 часа. Когда ребенку исполнился год, я вышла на доход 100 тысяч, и у нас образовалась крепкая, сильная команда онлайн-про. А дальше началась жизнь, о которой можно только мечтать. Моя главная мотивация была путешествие. Сейчас в моей копилке 26 стран и сотни городов. Мои статьи печатались в разных известных журналах, брали интервью для канала Муз-ТВ. Была VIP-гостем на открытии недели моды в Москве и получив дорогое платье в подарок от Валентины Юдашкина. Получила от компании Volvo S60. В январе 2016 года рекордный доход – 1 000 000 рублей. В 2017 году на День Святого Валентина я открыла звание исполнительного директора. Безгранично люблю компанию. Мне нравится эффект, результат, преображение, которое получила с Oriflame за многие годы сотрудничества. Мне нравится делиться своим впечатлением о любимых продуктах через YouTube-канал, Instagram. Oriflame – это мой стиль жизни. Мечтай о великом, слушай свое сердце. То, во что ты искренне веришь, становится реальностью.